В Москве началось заселение микрорайона для военнослужащих на Большой Очаковской улице. Сегодня ключи от новых квартир получили почти 30 семей. Среди новоселов 5 героев России. В течение ближайших недель документы на жилье получат еще 600 человек. А все столичные новостройки специального назначения планируют заселить в течение следующего года. По данным Минобороны, сегодня в Москве на территории 4 микрорайонов для военнослужащих построено 16 тысяч квартир. Все они сдаются с отделкой и установленной сантехникой и кухонными плитами.